Но я все-таки зайду, если открыто. Может быть, закрыто. Видите, замок? Да, закрыто. Так что мы не зайдем туда. Сейчас еще эти хозяева, они постоянно приезжают сюда. Сейчас как приедут. Сейчас я еще обойду с той стороны. Снимаю, продолжаю видео. Ребята, кто следит за моим каналом, те знают, что я снимала до этого видео уже. Мы подъезжали, этот райончик снимаю. Это вот машина наша, второй день только. Новенькая наша машинка, катаемся на ней. И мы приехали, когда-то мы здесь приезжали в начале лета. Этого дома не было, был фундамент только и все. А сейчас у них уже вот такая красота. Построили домик. Пахнет здесь соснами так вообще. И такое умиротворение, тишина, никого нет. Везет, везет ребятам. Ну, я радуюсь за таких людей. Есть, и слава Богу. У кого есть, ну, есть. Нельзя завидовать. Надо радоваться другим успехам других. И тебе Бог даст тоже все необходимое. Рано или поздно, конечно, это легко говорить, когда уже прошло 20 лет совместной жизни нашей Сережи, и кое-что мы добились здесь, в Америке. Смотрите, как красиво, да? Очень красиво. Дека будет загорожена, там все. Здесь травку они постелят. Ой, обалденно, ребят. Другого слова не могу подобрать. Тут они убрали елки. Ну, короче, вид будет красивый. Все обустроят. Все будет великолепно у людей. Добились мы немножко чего-то в этой стране, слава Богу. Но не знаю, ребят, если бы жили в Украине, навряд ли бы так честным трудом добьешься. Особенно если бы муж работал на траке, не на своем, еще на кого-то. Навряд ли он бы зарабатывал хорошую зарплату. И навряд ли бы мы вообще когда-то себе позволили такую машину, дом свой. Хотя оно все в кредит, но да, но все равно мы можем это оплачивать. И со временем даст Бог, там, даст здоровье, Бог силы. Мы все выплатим, и все будет хорошо. Машинкой я своей сейчас восхищаюсь. Не могу нарадоваться, катаемся. Просто обалденная машина. Просто нет слов, какая она классная, эта секвоя. Не жалеем. Ну да, немножко больше ест, чем GMC бензина. Но она того стоит. Посмотрите на эту красоту. А как она едет? Да, космос, а не машина. Муж, или не космос? Или я перехваливаю? Хочешь, пойди посмотри. Там вообще обалденно. У них все красиво так вообще. Короче, этот дом уходит же вниз. Там еще подвал. Подвальное помещение. Два этажа. И получается огромные комнаты просто. Это они увидят свой дом, что мы тут снимаем. Еще пожалуются. Не? Он же еще без адреса, без ничего, да? Да могут увидеть потом. Да ладно. Ну, скажет, убрать, уберу. Да, если станет когда-то популярный ролик, может, и увидят. И вот здесь везде продаются эти участки. До конца этих построек. И вот этот участок тоже продается. Здесь строится дом. Ну, я думаю, не написано ничего, но я думаю, тут везде вот начерченные участки, вот такие столбики стоят, это отмечены, откуда, докуда. Это мусор высыпают в этот контейнер во время стройки, это туалет для строителей. А, они даже камеру поставили, видите? Вон камера стоит. Это они увидят, что я бегала, снимала здесь. Ну ладно. Мы же ничего здесь не нарушаем, так сказать. Но это, видно, богатенькие люди. Раз они уже обустроились камерой даже. Хорошо, хоть у нас номеров не видно. На этой, на машине. То еще будут там где-то заявлять. Американцы же они такие, могут. Ну, им главное, чтобы мы ничего не потащили, не увезли. А мы ничего тут не нарушаем, не разбиваем, не ломаем. Просто снимаем для себя и все.
так само может любой человек прийти сюда и поснимать, увидеть, если не поснимать. Вот они, прежде чем строят дома, уже дорожки, видите, выложены, асфальтированные. Ну, короче, вот эти участки здесь нарезаны, можно купить. И елки все мешают, можно убрать и строиться. У них тут, видать, долго не будет соседей из-за коронавируса. Но мы будем приезжать иногда снимать. Я говорю, Сереж, тут камера есть. Ты видел? Вон столбик. И вон камера. Красиво? Я говорю, мне кажется, у них самый лучший участок здесь. Да? Деревья постиливали внизу. Так мне интересно. Ну да, было. Я тоже думаю, зачем они это сделали. Ну, хозяин барин, как говорится, да? Может, им не нравится, когда как натыкано все, знаешь. Любят люди смотреть. Так. Это мы же сегодня ездили в этот. Ели там, отмечали суши. И взяла я вот такие журнальчики там бесплатно. Лежат. Можно брать. Какие-то рекламные. Посмотрим потом. У нас ноги теперь в пыли. Я уже вытер. А что ты вытираешь? Мокрую салфетку. О, ну давай я тоже. Ну, у нас же новая машина, поэтому мы не хотим запачкивать ее. Пачкать. Просто пачкать. Не хотим. Еще раз сниму. Ребят, кто не видел наше предыдущее видео, заходите, посмотрите про покупку. Как моя сестра смеялась, говорит, эта машина больше, чем мой дом. Ну да, большая машина, конечно, много места, вместительная. Вот третий ряд еще для наших малышей и для наших взрослых детей. Такие вот сиденья огромные. Колеса красивые. Это вообще вся классная машина. Наслаждаемся, да, Мила? Наслаждаемся. Новой машинкой. Видите, как ухаживаю. Посмотрите. Опс. Еще раз. Опс. Я даже с собой взяла эту мокрую сегодня влажную тряпку, что пыль все равно летит вот это, когда встаешь, и потом вот здесь много пыли. И влажную просто уборку каждый день делать, тогда не будет пыльная машина и некрасивая. Да? Ну, хочется за новым, хочется ухаживать, так чтобы... Это кофе уже выбросим? Нет. Ну, поехали туда. Секвойя наша. Хорошая машинка. Это же миллион раз сказала, ну. Ничего, еще раз. Миллион первый скажу. Уезжаем. Надеюсь, они тут не будут обижаться на нашем. Мы тут ездим, смотрим, да? Не, ну а что, может, мы соседями ихними хотим быть, да? А может, когда-то и будем даже. Если не переедем в другой штат. Ну вот еще, видите, домики уже давно построены. Детвора бегает. Здесь, конечно, мало машин, и у них такая воля, раздолье. В каком мы домике еще ходили? Вот здесь? В этом? Уже отделанные они, видишь? Мы вот здесь где-то ходили, смотрели. По-моему, этот дом. Или этот. Не, этот уже давно построен. Уже там были заселены люди. А этот, по-моему, как стоял, да, так и стоит. Хочешь остановиться? Да нет, просто. Пойдешь? А как ты хочешь переключить? На 4? Я пробую, да. И чувствуется? Не знаю, сейчас поедем посмотрим. 4 ведущих, 2 ведущих можно переключить. А что она запищала так? Что случилось? Ты пристегнут, я пристегнута. Что ей нужно? Может, не может пищать постоянно, если переключил, да? Нет. О. Ну это
4.